Так, друзья, находимся на гипермаркет Лента, 14 линия. Видим парковка на инвалидных местах автомобиля. Вот он, значит, знак инвалида. Сейчас заснимем. Вот он. И вот, значит, парковка для инвалидов. Видим массовое нарушение. Значит, вызвали сотрудников ДПС уже более полтора часа, никто не едет. Так, друзья, все-таки приехал экипаж ДПС, которого мы так долго ждали. Вот. Позвонили, сказали, что находятся на гипермаркет Лента. Здрасте, долго ждали. Здравствуйте. Здрасте. Отдельный батальон. Очень приятно. Ну вот, нарушитель. Я вас вызвали эвакуировать надо. Вот, сейчас вызвали. Ко мне просто гражданин обратился, говорит, приедь, наведи порядок, инвалид. Приезжал сюда. Ну вот я и пришел. Ждали вас долго. Только заступили на смену, вот дежурка передала. Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто знаю, что доставка, пожалуйста, документы. Отдельный батальон, ведь он приехал. А вы не являетесь, да, инвалидом? Я инвалид. А есть документы? Да, сейчас покажу. Если есть документы, правильно. А наклейки нету, да? Есть, просто... Да. Ну там не наклейка, а новая должна быть. Как она называется? Забыть просто поставить. А. То бы сейчас бы эвакуировали бы. А водительское удостоверение, свидетельство регистрации транспортного средства, пожалуйста, можно получить? Инвалидность, да, имеется у вас. Не забывайте, пожалуйста, ставить его. Кто сейчас эвакуатор приедет, могли бы забрать. Так, добрый, не забывайте. Так, сколько там? Три. Раз, два, три, четыре, пять. Машин 10, 12, так где-то. Так, это инвалид. Так, кто инвалид? Не, ну ее надо точно оставить его вон. А там никого нету. Люди куда? Адрес один направлять? Тут полный остров. 99 направляйте. А на островке ж тоже нельзя. На островке ж тоже. Я принял. А вон охрана. Не, нету никого. Там уже инвалидных нет. Не, это на островке он, на островке.
Может, сделаем нас замечательно. Добрый вечер. Здравствуйте. Отдельный батальон из танков. Я вас понимаю, вы находитесь на стороне. Нам туда подальше нам проехать. Будьте так добры, вас еще. Водительская система. Будьте так добры, оставьте его. Замечание, да? Замечание. Так, ну на этих двух нету, да? А вот, гляньте, товарищ инспектор. А вот еще подошли. Хорошо, что вы не поставили, конечно, на инвалидную. Вас будет здесь не видно. Видите, вы вечно в основном сидите и лазите, когда никого не было. Всегда там ставят. Ну, все, поставили там. Ладно, не поставили. Там. Просто нарушение пропуска. Все там ставят, все. Когда вместо еды все так ставят, абсолютно все. Я вас понимаю, что все так ставят. Можно. Я не знаю даже, что сказать. Я не знаю. Виноват. Виноват, хорошо, вон парковка, очень много мест свободно. Подлинился, я извиняюсь, хорошо, я припаркуюсь. Я извиняюсь. Будьте так добры. Хорошо, хорошо, конечно. Не нарушайте. И постараюсь не нарушать. Спасибо. Хорошо. Это инвалид, да? Инвалид, да. Ну вот. Все, девушки, говорит, больше не буду ставить, сегодня на свою маску. Ну ладно, на первый раз прощаем, да, скажи. Ну больше не паркуйте здесь. Я уже объяснил, говорит, больше обижать не буду. Так, еще один.
А, это инвалид. Да нет. Здравствуйте. А, там другое. На парковке для инвалидов. Что ты с камерой? А? Фиксирую. Так что это? Нарушение, друзья. Отойди отсюда, я разговариваю, что ты не видишь, Отойди. Не могу. Отойди, что ты снимаешь? Отойди, мы разговариваем. Ты не видишь, что ли, что? Вижу. Ты будешь меня снимать, но саму полосу. Не материтесь. Братская аудиопрофессия, знаешь? Знаю. Ты, блядь, птичек что-то никто не понаставил? Что? Так, значит, сейчас будет водитель оформляться. По 12-19, часть 2. 5000 рублей штраф. Пожалуйста, ну сегодня 8 марта, если Богом. Отдельный батальон ДПС, города Ростова-на-Дону, старший инспектор ДПС. Ну ладно, гляньте, как она смотрит, может, простим. Простите нас, пожалуйста. Я сейчас только 5 минуточек. Я вам объясню, хотя это неправильно, что я объясняю, я должен писать. Но сегодня, да, во-первых, праздник, во-вторых. Больше так не делайте, не ставьте машину. Если вы, да, если где-то есть у вас табличка инвалида, если вы действительно являетесь инвалидом, повесьте нормально. Если нет, пожалуйста, будьте добры, дайте инвалидам поставить на свои места и не искать, не ходить, ни кругаля, ни это самое, не наворачивать, как говорится. Хорошо? Хорошо. В общем, дайте, пожалуйста, людям нормально парковаться на свои места. Поняла, хорошо? Все. С праздником вас. Спасибо большое. Больше так не поступайте. Ну да. Машина ваша? Гляньте, это очень инспектор. Моя инвалид. Это не надо мне показывать, пожалуйста. Мне не нужно права и перплата. Спасибо. Просто мне чуть-чуть тяжело ходить. Да, я чуть-чуть скоро рожаю. Я как бы на 9 месяце, поэтому мужем спросила поставить. Если вы, конечно, не против. Я, как вы видите, человек... Человек, да, ведет запись, я поняла. Аркаш, а давайте... Что там? Ну, не только это, запись-то при чем? Просто надо соблюдать правила. Да, я понимаю, но вот муж просто пошел... Хочешь, считайте, что нет. Нет, не спорю. Я не спорю. Не-не-не. Что, тебе его забрать? Да, забирай. Спасибо большое. Просто муж пошел на... Ну, да, это просто... А? Я чуть-чуть беременна. Ой, активисты. Ну, ладно, ладно, давайте. На первый раз прощаю. Спасибо большое. Всего доброго. Не ставьте, пожалуйста, я прошу, да. Так, тут-то инвалиды. Ну. Спасибо, извините. А вон он еще один подошел. Это инвалид.
Девушку положением простили на первый раз. А, тоже девушка. Люди, наверное, все девушки. Вам да, повезло. Это инвалидно. Да. Ну сейчас вас инспектор предупредит, что больше не нарушает. Да нет, я просто подъезжала, посмотрела, что там нет разметки. Вот как и здесь. Не, а вот он знак, видите, вот он знак. Подожди, а тут просто разметок есть. Надо. Еще на табличке я не увидела, посмотреть. Я же с этой стороны подъезжала. Сейчас поедем на другой. Все, место. Давайте так. Больше не ставьте туда машину. В честь вашего праздника. Да, в честь праздника, 8 марта. Мы хорошо, с тобой да, поздравляем я вас, не кстати. Видели. С праздником. Спасибо. Там, ну тогда ее поздравляйте. А вон еще. Не, она там. А, подожди, ты не достал еще ребенка? Все, главное, хорошо. Чтобы вы понимаете. Да, конечно. Спасибо. А вот он еще, гляньте, уходит. А, вот он, водитель, инспектор, вот водитель. Здравствуйте. Здравствуйте. Средний батальон ДПС, города Ростова-на-Дону. Что-то не то, что ли? Для инвалидов на парковке. Старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Мирослава. Давай перейдем. Подождите секундочку, пожалуйста. Вы подождите секундочку. Водитель. А. Он опять хочет припарковать. Они просто видят здесь это самое. Знака на этом нет. Ну все равно знак есть. Так нормально? Здесь парковка для инвалидов. Да я не заметил. Инспектора. В данном случае, пожалуйста, я прошу. Я попрошу вас документы. Есть у вас документы? Есть. Ну, в первую очередь. Предоставьте, пожалуйста. Я не заметил просто, а где? Здесь вся парковка. А? Вся? Здесь вся, да. А если нас остановили высадить? Тоже нарушение. Вы не спешите. Мы вообще не спешим. Так. Виталий Вадимович, вы только подъехали, да, или как? Только что? Только подъехали. Вот высадим. Да не успели нас высадить реально. Я сейчас смотрю, вы это, как, на чём. Виталий Вадимович, вы понимаете, да, это нарушение, это 100% 12-19, 100% нарушение права дорожного движения, да остановка, стоянка на инвалидном месте. А где оно написано? А вот. Надо смотреть. Твою мать, ну я не увидел. Вокруг. Сколько всегда тут это самое. Вот, заезжаю. Почему я говорю? Если вы сейчас вы только подъехали, как бы не успели запарковаться, так можно сказать, до конца, ну, делаем устное замечание. Хотя это нельзя, но все-таки, ну, как бы... Нет, я действительно просто... Люди понимают. Вообще ничего нету. Ну, а сбоку, я сюда просто сторонам, не доехал. Да я не доехал. Объясняю, вы за рулем. Когда вы за рулем, вы должны смотреть ну, налево, понял. И направо, и вперед, и назад. Честно, вы понимаете? Есть такие правила водителя. Чтобы вы больше не ставили в таких местах, где парковочное место для инвалидов. Я понял, хорошо? Честно, я этого не увидел. Если вы стояли бы, да, я смотрю, если только подъехали. Не ставьте, пожалуйста, не ставьте. Остановка, стоянка запрещена. Так, все ряды такие получаются? Да. Все ряды такие. Ну, я думаю, я вам объясню правильно. Да, да. Так, а куда встать? Вот куда дальше? Только туда? Ну, так, как бы так, чтобы... А что дальше? Хорошо. Я понял, что туда. Я честно, я просто даже не увидел. А если здесь, допустим, не нарисовано, здесь что, нельзя остановить? Да, да. Вот она. Она сбоку нарисована. На соединение разметки надо по табличкам еще посмотреть. Так она сбоку, честно, я просто его не знаю. Ну я понял, да. Хорошо? Да. Убирайте посуду, пожалуйста. Вот там, видите, вот стоят же что. А, вот там что? Ну как бы да. Если там есть место. Дубок есть. Так, мы водителя предупредили. Человека. Ну да, только подъехал. Так, еще один под знаком инвалида. А, на этом. На островке. Добрый вечер. Вы водитель, правильно? Да, верно.
Так, на этого выписывают штраф. Номера нечитаемые. Это территория стоянки инвалидов. Видите, на плечке висит. Да, на плечке. Водите, у вас еще номера нечитаемые. Вы пока стоите, можете номер. А, да, это да. Надо устроить. То есть, если будет движение, согласен. Номера нечитаемые. Ну, видите, хитренько поставил. И там, и здесь. Там другой человек уже собрал себе свой состав. Добавив меня от моего состава. Сейчас вроде не грязно, да? Алло. 6101. 536. Так, не буду снимать персональные данные. Так, это инвалид, если не ошибаюсь. Это не инвалид. Остается два автомобиля, и все. Чистая парковка для инвалидов. Так, еще один на островке. Добрый вечер. Добрый. Я не знаю, как это правильно называть, парковка. Это вроде на инвалидном, вроде и нет. Не на инвалидном. На островке. Самое главное, что не на неинвалидном. Во-первых, ну, мы еще с ребенком. На островке же тоже нельзя. Да. Нет, я не про то, что у вас есть или у меня вопрос, нет. Вопрос из парковки. Заключается вот именно. Я на инвалидном не стал. Я попрошу у вас документы, пожалуйста. Да, сейчас, секунду. Сейчас, зайка, подожди. Что, зайка?
Да подожди, мы еще не сели. Не ставь. Чуть-чуть повезло, эвакуатор не приехал. Не, ну уже нету, можете. Мы же стоим. Уже, на один, это... уже один не ушел. Не на Жукова. А. Вместе. Я бы, конечно, подошел с радостью. А почему это не положено вместе? А так, положено. На островке. Мне просто интересно, ну, меня, ну, как. Я не придираюсь, я, ну, адекватно, я просто хотел. Мы точнее тропа безопасности. Это островок. Выведенная сторона дороги. Можно открыть так. Смотри, я пробивал. Сейчас. Так, еще один только подъехал. Здесь парковка для инвалидов. Уберите. Ну так наверх еще посмотрите. Да вы запалили, архитектор, там где подавать. Да вы, по-моему, за хороший будете подавать. А здесь же нет знака, я говорю. А вот знак. А вот что? Фотограф? А здесь нельзя знать? Нашел, где можно встать. Так, вот он еще один подъехал. Тут еще один начинает подъезжать. Отдельный батальон А вы этот знак положите, а то сейчас эвакуатор подъедет. Не, у него лежал здесь. А. Так, а вот он, наверное, водитель, да? Патриот? Патриот, да. Да, водитель. Здравствуйте. Здравствуйте. Отдельный батальон. А вы являетесь, да, инвалидом? Являетесь? Нет. Нет? Да. Что значит? Да вот. Поставил так. Без. Подумал. Говорят, ставьте, где место есть. Вам повезло, что вы пришли, мы эвакуатора ждали, да. Чтобы эвакуировать. Вы знаете, мы каждый день бываем. Мы каждый день заезжаем, и каждый день вот это говорят. Ставьте, где место есть.
Так, это инвалид. Ну, друзья, пришел водитель патриота, сейчас будет оформлен. Не является инвалидом. По 12.19, часть 2, сейчас будет оформлен. И можно рейд заканчивать. Это тоже инвалид. Тоже инвалид. Сейчас водитель будет оформлен и все. Так, инспектор фиксирует, что под знаком инвалида. Ну да, почистили. А, это инвалид, да? Инвалид. Здравствуйте. Есть, да? А, инвалид. А? Инвалидом являетесь? А? С праздником. Не могу, надо тут подворонную поставить. Ну, покажем, просто вам не удивляем. Это я. А, есть документы? Ну, вот это офицер. Ну, есть, конечно. Паспорт. Либо водительское удостоверение. Что такое? Заболевание крови, иммунной системы. Что такое? Денежное еще. Проблема с этим, чтобы я поставил. Хорошо. Я разберу. Так, увидели, еще паркуются. Сейчас так, как только подъехали, сделаем предупреждение. То, что не видно с той стороны, что уезжают. Есть отдельный батальон, что инвалид является. И что-то инвалид, это нет. Что тут не нарисовано, как холодно, сейчас не видно. Знаки вот здесь вот. А, да? Ну, конечно. Здесь. Там, здесь знаки. Не видят. Они ж обижают. Ну да, но это кто-то развернул. Ну да, вот так вот. Сюда. Ну да, он раньше так был, развернули его. Какие-то у вас еще вопросы? Угу. Можете задавать его. Так, вот мы водителя выписали штраф. Патриот, да, это? Да. Это инвалиды. Тоже инвалид. Ну, пошлите тогда попрощаюсь с инспектором. Все, товарищ инспектор, благодарю. Да,
Спасибо. Звоните, мы когда на службе. Ну все, вы свободны. Или вы еще пишете? Ага. Ну все, до свидания. Спасибо. Если вы думаете, что вы нам помешаете, это не так. Так, ну все, друзья, навели порядок с инспекторами на парковке для инвалидов. Инспектора уже уезжают. 11.80. Ну все, друзья, рейд окончен. Берегите себя, не нарушайте ПДД.